На самом деле этих значений бесконечное множество. Но для примера W я возьму равным минус единице, а B я возьму равным 0,5. Подставим единицу. Что здесь получится? Когда x равен единице, то x, умноженный на вес минус 1, будет равен минус 1. Если мы прибавим к полученному значению bias, то мы получим минус 0,5. Результатом функции активации будет 0, поскольку аргумент функции активации – это отрицательное число. Рассмотрим другой вариант, когда вход равен нулю. В этом случае 0 умножить на минус 1 – это 0. 0 плюс 0,5 будет 0,5. Соответственно, результатом работы функции активации будет единица, потому что в этом случае аргумент функции активации положителен. Таким образом, мы с вами сделали нейрон, который выполняет операцию «не». Стоит отметить, что на самом деле параметров, которые соответствуют этому нейрону, бесконечно много. Можно вывести систему неравенств, которая задает множество таких нейронов, которые выполняют операцию «не».